Всем привет! Меня зовут Даша, и я очень рада тому, что вы заглянули на мой канал. Это канал о вязании, о моем хобби, и сегодня, друзья, у меня вторник, на календаре 9 апреля, у меня сейчас утро, за окном прекрасная солнечная погодка. Я, кстати, здесь с кофеечком, решила совместить приятное с полезным, насладиться утренним кофе и поболтать с вами о вязании. Тем более повод для этого у меня потрясающий. Дело в том, что я наконец-то закончила вязать свитер. Свитер из чудесной пряжи ручного окрашивания, которую получила в рамках проекта «Тайная коробочка». И поэтому сегодня я хочу подвести итоги, поделиться с вами результатами, показать, что у меня получилось. Вот. Также расскажу вам в этом видео о конкурсе, который будет проходить. Кстати, конкурс это будет не только для блогеров, да, участников этого проекта, но также и для вас, зрители. Один из зрителей тоже сможет получить подарок от магазина пряжи Абельнит. Вот. Для этого нужно проявлять активность. Какую активность и где ее проявлять, я, конечно же, расскажу вам подробно в конце этого ролика. Поэтому, друзья, если вы хотите меня немножечко поддержать, то, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, мне будет очень приятно. И да, приглашаю вас к просмотру, устраивайтесь поудобнее, заваривайте чай, кофе, конечно же, берите вязание. И мы с вами будем погружаться в атмосферу моего уютного северного вязания. Желаю вам приятного просмотра. И начать, друзья, это видео я хочу с того, что немножечко расскажу вам о совместном проекте, напомню, что это за мероприятие, в котором я принимала участие. Затем покажу вам готовую работу, немножко расскажу о пряже, поделюсь какой-то полезной информацией, и в конце будет кратенько информация о конкурсе. Итак, давайте начнем по порядку. Если вы на моем канале давно, то вы помните, что в начале марта меня пригласили поучаствовать в замечательном совместном проекте, который называется «Тайная коробочка» от Абельнит. Его организовали Оля с канала «Магнолия о вязании из Германии» и Алена с канала «Алена Абель». Эти девчонки собрали прекрасную компанию из других вязальных блогеров. Помимо меня есть еще девчонки-участницы. И я, кстати, обязательно оставлю вам ссылочки на все каналы всех девчонок-участниц и организаторов этого проекта внизу в инфобоксе. Поэтому переходите, смотрите. И также давайте, наверное, я добавлю небольшой видеоролик, который для нас сделала Аня. Вы сможете воочию посмотреть на всех участниц нашего прекрасного весеннего совместного проекта. И если увидите среди девчонок новые лица, то обязательно заглядывайте в инфобокс, там будут ссылочки на их каналы. Итак, друзья, я надеюсь, что вы смогли поближе познакомиться с девчонками-участницами. И теперь давайте в нескольких словах расскажу вам о том, что это за совместный проект, в котором мы все принимаем участие. Значит, в начале марта все девчонки-блогеры получили от магазина пряжи Абельнит Волли тайные боксы
с пряжей ручного окрашивания. Я думаю, что также нужно сказать несколько слов о самом магазине, так как он является спонсором данного совместного проекта. Я уже неоднократно упоминала, что называется он «Абельнит Воле» и находится магазин в Германии. Его хозяйка, организатор нашего совместного проекта Алена Абель, и пряжу для своего магазина Алена красит сама вручную вместе с сыном. В этом магазине прекраснейший, богатый ассортимент пряжи ручного окрашивания для вязания носочков. Это такой классический, скажем так, носочный состав, 75% шерсти, 25% полиамида. Есть также 100% мериносовая пряжа, есть различные пушистики, мохер, альпака вспушенная, есть букле. Также в магазине огромный выбор бобинной итальянской стоковой пряжи, премиальных и бюджетных брендов, поэтому обязательно заглядывайте. Ссылочку на интернет-магазин я обязательно оставлю внизу в инфобоксе. Итак, возвращаемся к совместному проекту. И, как я уже сказала, в начале марта мы с девчонками-участницами получили тайные боксы из магазина «Абельнит Воле». Если вы помните, в моем боксе были три пасмы прекрасного мохера ручного окрашивания. Я, наверное, добавлю небольшие сюжеты с распаковкой, чтобы напомнить вам, как прекрасно выглядела эта пряжа. И вообще хочу сказать, что несколько пасм пряжи ручного окрашивания всегда просто невероятный, мне кажется, подарок для любой вязальщице, потому что я помню время, когда только мечтать могла о том, чтобы повязать из пряжи ручного крошения. Тогда это был просто невероятный какой-то эксклюзив, скажем так, богатство, роскошество, которое не можешь себе позволить просто вот так вот каждый день. И мне казалось, что, наверное, никогда не наступит тот день, когда я смогу открыть посылку, и в ней будет пряжа ручного окрашивания, из которой я смогу полноценно связать изделие. И вот этот день, когда я получила бокс от магазина «Абельнит Воле», он, знаете, как будто бы исполнил мою какую-то давнюю такую мечту, хотелку. И, в общем, это были прекрасные эмоции, поэтому если вдруг вы никогда не вязали с пряжи ручного окрашивания, обязательно порадуйте себя, либо своих вязальных подружек. Мне кажется, это бесценные эмоции, которые мы все с вами заслужили. Вот, поэтому давайте я сейчас добавлю небольшой сюжет, вы посмотрите на эти прекрасные пасмы, и затем я расскажу вам о пряже и что же я из нее связала. Итак, друзья, вы посмотрели, как прекрасно выглядела эта пряжа в своем первозданном виде. На сегодняшний день у меня пряжа выглядит вот таким образом. Это вот такие вот моточки. Дело в том, что пасмы перед вязанием нужно, конечно же, размотать, что я, собственно говоря, и сделала. И у меня получились вот такие вот кейки. Кстати, по поводу пряжи. Я специально сохранила этикеточку, чтобы сегодня озвучить вам эту информацию. Значит, у меня это был мохер ручного окрашивания. По составу здесь 30% мохера, 4% мериносовой шерсти, 36% полиакрила и 30% полиамида. Метраж этой пряжи 450 метров на 50 грамм. У меня было 3 пасмы, и на мой проект, который я сейчас вам покажу, ушло, можно сказать, 2 пасмы этой пряжи. От второй пасмы есть остаток, и еще одна полноценная пасма у меня тоже, получается, не тронута. Вот так сейчас
выглядит пряжа. У меня она вся размотана. Дело в том, что изначально я хотела связать паутинку, такой воздушный махеровый свитерок на вязальной машине из этой пряжи для себя. Но, к сожалению, трех пас мне не хватило на такой свободный силуэт. И у меня была идея, конечно же, пересчитать и связать свитерок поменьше. Но потом, благодаря вам, вашим сообщениям, вашим комментариям, я пересмотрела свои мысли, пересмотрела свои идеи и решила связать детское изделие, используя эту пряжу в качестве подмота. Итак, давайте, наверное, я покажу вам сначала готовую работу, а затем поговорим немножко о пряже, которую я здесь использовала. Значит, вот так выглядит свитер, который я связала для Оливии, для своей дочери. Мы уже свитер примеряли, но, к сожалению, я пока еще не сделала никаких фотографий. Дело в том, что ребенок у меня очень активный, и пока у нее не было настроения на фотосессию. Поэтому я надеюсь, что у меня получится что-то заснять именно на ней, в примерке. Вот. Но в любом случае я постараюсь сделать какие-то подсъемы, и в этом видео покажу вам их. Значит, для того, чтобы связать этот свитер, я взяла пряжу из своих запасов. Это вот такие вот прекрасные моточки. Называется эта пряжа Baby Alpaca от бренда King Cole. Вообще-то достаточно известный и такой небюджетный, скажем так, производитель пряжи. Мне когда-то ее дарили, целую упаковку из 12 моточков. Значит, как я уже сказала, по составу это Baby Alpaca. Метраж этой пряжи 100 метров на 50 грамм. Вот, значит, делается эта пряжа, производится в Перу. Вот, и она очень мягкая, очень приятная. И оттенок этой пряжи тоже крайне сложный, многогранный, такой розовый. Она прекрасно сочетается с махером по цвету. Я обязательно буду вставлять небольшие подъемы, где я поближе покажу вам моточки пряжи, махера, то, как они между собой сочетаются, чтобы все это вы могли посмотреть. Вот. И я решила две эти ниточки между собой соединить и благодаря вашим советам связать детский свитер. Вязала я его, кстати, по платному описанию. Это описание от датского дизайнера. Девушку зовут Мэтте, но на просторах вязального сообщества она больше известна как Petite Knit. Вот. У нее много классных описаний на взрослые, детские изделия. И вот я взяла одну из последних моделей, которую она выпустила. Это детский свитер Шторм, он называется, и он вяжется теневыми узорами. Здесь очень простые теневые узоры, сочетание просто лицевых и изнаночных петель. Мне кажется, даже самый новичок в вязании сможет справиться с этим проектом. Описание максимально доступное, максимально простое, с объяснениями, схемами. В общем, я связала этот свитер, ну, буквально за неделю, наверное, вот урывками. Урывками повязывая это изделие, где-то за неделю я его полностью связала. Свитер не маленького размера, я думаю, что на тех подъемах, которые я добавлю, вы увидите его как бы масштаб и габариты. Это изделие связано примерно на 7-8 лет, и в нем хороший запас по росту и по свободе облекания. Моему ребенку сейчас 6, но Оливия достаточно высокая, и поэтому этот свитер ей, скажем так, хорош и сейчас носить, и, в принципе, я думаю, еще немножко ей послужит, если она еще вытянется в рост. Вязала я, как уже сказала, на размер 7-8 лет из описания.
Это касается информации в рядах, а вот по петлях я следовала размеру 1-2 года, то есть самый первый размер. Я набирала самое маленькое количество петель, которое указано в описании для вязания полочки, спинки, и вязала также рукав на первый размер. То есть из проймы я набирала петли немножко с другим шагом для того, чтобы выйти на количество петель, необходимое для первого размера. Все дело в том, что по петлям я не попала в плотность, по рядам попала, а вот по петлям нет. Поэтому у меня свитер получился нужного мне размера, несмотря на то, что вязала я его на совсем маленький размер. Вот. Полотно очень классное, очень приятное, мягкое, абсолютно не колкое. Конечно, здесь заслуга материалов, в первую очередь, да, которых я использовала. Я, кажется, в своих предыдущих вязальных влогах уже упоминала, что вот этот прекрасный мохер ручного окрашивания, он абсолютно не колючий, в нем нет какой-то колкости, нет какой-то жесткости. Обычно мохер, когда мы покупаем бобинный какой-то, особенно если он на полиамиде, то чувствуется какая-то неприятная колкость. Этот же мохер очень мягкий и приятный. Вот. Я уже вязала с подобной пряжи детские плечевые изделия, в особенности свитер с воланом. По-моему, прошлой осенью у меня был такой проект, и этот свитер Оливия носит с большим удовольствием. Он абсолютно не колкий и тоже чудесно выглядит. Вот. Поэтому я надеюсь, что это изделие Оливия тоже будет носить достаточно долго, вот, и оно будет нам служить верой и правдой. Мне кажется, что эти две пряжи чудесно друг к другу подошли, и я смогла мохером ручного окрашивания усмирить вот эту бэби-альпака, которая никак мне не поддавалась. Дело в том, что сама пряжа бэби-альпака, она достаточно такая струящаяся, шелковистая и тяжелая. Поэтому резинки выглядели достаточно плохо, без какого-то подмота, и само полотно было, знаете, таким, ну, немножечко как будто бы прозрачным. Для северного климата, в котором мы живем, это не очень хороший вариант, поэтому мохер, он просто чудесно подошел к этой пряже, позволил получить, знаете, такое плотненькое, пушистое полотно, не дырявое, не сопливое, в общем, идеальный вариант. Мне кажется, эта пряжа вот просто несколько лет лежала у меня в запасах и ждала вот этого пушистика в подмод для того, чтобы в итоге стать вот таким чудесным детским плечевым проектом. Значит, по поводу расхода пряжи. У меня, как я говорила, было 12 моточков пряжи альпака, и я, можно сказать, использовала 8 мотков, то есть достаточно большой расход альпака у меня получился на данный свитер. На самом деле, от 8 моточка я использовала совсем чуть-чуть, но тем не менее я в него залезла. Конечно, если вязать свитер покороче, в рукавах, в корпусе, можно уложить совсем моточков пряжи, но тем не менее расход достаточно большой. Что касается мохера, то у меня из 3 пасм, то есть из 150 грамм осталось 64 грамма пряжи. Вот, в общем, 2 пасмы мне потребовалось для того, чтобы связать этот прекрасный проект. Вот, и если бы у меня не было распуска предыдущего изделия из этой пряжи, то у меня, наверное, была бы красивая еще целая пасма.
Вот, но ничего. Я думаю, что остаточки бебель-бока я обязательно скомбинирую с этим же мохером. Возможно, возьму его в два сложения и свяжу какой-нибудь классный, теплый жилет для Оливии. Я думаю, он приживется в ее гардеробе. Тем более, этот свитер ей очень понравился. Она оценила его оттенок, сказала, что он очень красивый, розовый, и она с большим удовольствием будет его носить. Так что вот, друзья, такая у меня готовая работа. Сейчас, наверное, добавлю вам какие-то небольшие сюжеты, покажу этот свитер детальней, в примерке, возможно, добавлю какие-то фотографии, и затем мы с вами будем переходить уже к условиям конкурса. Я расскажу вам, как вы сможете проголосовать за меня, а также каким образом сможете сами побороться за подарки. Итак, друзья, как я уже успела сказать, наш совместный проект, он же по совместительству конкурс, в котором мы с девчонками будем бороться за приз от магазина Абель Нетволи, конечно же. И для того, чтобы определить победителя среди участниц, нам очень нужна ваша помощь, друзья. Именно вы будете своими голосами определять, кто из блогеров, кто из участниц получит главный приз. А для того, чтобы проголосовать за понравившуюся работу, вы должны перейти, посмотреть видео всех участниц. И, например, если вы хотите проголосовать за меня и за мою работу, вы можете оставить комментарии со своим голосом под видео любой другой участницы. Вы можете перейти на каналы всех девчонок и на всех каналах, например, проголосовать за меня и за мой свитер, да, вот если вы считаете, что я достойна этой победы. Возможно, просматривая видео девочек, вам понравятся также их работы, и вы захотите проголосовать за их работы. Так вот, за работы других участниц вы можете голосовать под моим видео, оставляя комментарии. Очень простое правило, то есть вы идете, смотрите видео и голосуете за понравившиеся работы. Только, пожалуйста, будьте внимательны. Если вам понравилась работа какого-то блогера, вы не можете оставлять комментарии под его видео. Вы должны оставлять комментарии под роликами других девчонок. И вот для того, чтобы вам удобно было посмотреть все наши работы, мы собрали наши итоговые видео в отдельный плейлист. Я обязательно оставлю вам ссылочку на плейлист со всеми роликами внизу в инфобоксе. Это будет такая кликабельная ссылка, вы сможете на нее нажать, перейти и, знаете, в формате плейлиста, то есть сесть удобненько с вязанием, у вас откроются видео, и поочередно они будут воспроизводиться. Вы сможете посмотреть видео девчонок, посмотреть, что они навязали, и за понравившиеся работы сможете проголосовать. Но еще раз подчеркну, что если вам понравилась работа блогера какого-то, то под его видео вы не голосуете, вы голосуете за его работу под роликами других участниц. Вот такое вот у нас правило. Мне будет очень приятно, если вы решите поддержать меня и мою готовую работу, потому что я очень старалась, создавая это изделие. Вообще, мне всегда очень приятно вязать вещи в детский гардероб, потому что, как я уже рассказывала в своих вязальных видео, Оливия — это, наверное, самый благодарный мой клиент. Она всегда носит все изделия, которые я для нее вяжу, с большим удовольствием. Ей никогда ничего не колется, она любит все абсолютно свитера и, знаете, просто вот носит их буквально в буквальном смысле до дыр, вот, то есть до тех пор, пока вещь просто не сживает себя, не рвется, не трещит по швам, вот, то есть вещи просто снашиваются в ноль. И мне, конечно, от этого очень приятно, и всегда хочется вязать для нее больше и интересней. Вот, так что такой у нас будет конкурс. И, друзья, если вы думаете, что на этом мы решили остановиться, то нет. Самый активный участник, комментатор, получит тоже приз от магазина Абель Нетволи. То есть чем больше, чем активнее вы будете в комментариях, чем креативнее будут ваши сообщения, тем больше у вас шансов быть замеченным и отмеченным подарком. Поэтому обязательно принимайте участие в голосовании, проявляйте себя, будьте креативными, необычными, и ваши сообщения обязательно мы заметим и отметим их подарочками. Вот, значит, на голосование выделяется 3 дня, то есть 3 дня вы можете голосовать с момента выхода видео, и в воскресенье мы подведем итоги. Скорее всего, в сообществе на YouTube я
опубликую результаты голосования, узнаем с вами, кто будет победителем. Если результаты мне будут известны в субботу вечером, то я обязательно включу их в свое воскресное видео. Как вы знаете, в воскресенье у меня всегда на канале выходит традиционный вязальный влог, в котором я делюсь с вами вязальными новостями за неделю. И вот если в субботу вечером я буду знать итоги голосования, то я их где-нибудь в конце озвучу, напишу, и вы тоже сможете узнать. Так что обязательно подписывайтесь на канал, если вы сюда заглянули впервые, еще не знакомы со мной, то мне очень приятно будет увидеться с вами в комментариях, там познакомиться. Также для всех новых зрителей хочу сказать, что у меня на канале есть не только болтательные видео развлекательного характера, но также есть полезные обучающие мастер-классы по вязанию изделий жаккардом и не только. Ссылочку на плейлист со всеми бесплатными полезными мастер-классами я оставлю для вас опять же в инфобоксе. Там будет сегодня, как я уже упоминала, очень много всего полезного. Так что да, друзья, вот такой вот интересный совместный проект у нас получился. Я очень рада была в нем участвовать и, пользуясь возможностью, хочу сказать огромное спасибо девчонкам-организаторам Оле и Алене. Во-первых, за возможность поближе познакомиться с другими вязальными блогерами, получше друг друга узнать и, конечно же, повязать из потрясающей просто пряжи ручного окрашивания, знаете, прикоснуться к чему-то такому уникальному и получить такой незабываемый жизненный опыт. Огромное спасибо, я немножко жалею о том, что этот совместный проект подходит к концу, но уверена, что в будущем будут не менее интересные совместные проекты. Так что, да, на этом, друзья, наверное, я буду заканчивать съемку этого видео. Не хочу его затягивать, и поэтому буду с вами прощаться, но, как всегда, говорю, до новых встреч, мы обязательно увидимся с вами очень скоро в одном из следующих моих видео. На сегодня у меня все. Всем пока-пока.